Chrome для Android стал еще больше похож на старшую версию. Вышло важное обновление. Компания Google выпустила обновление браузера Google Chrome за версией 73 для мобильных устройств, которые работают под управлением операционной системы Android. Пока что мобильная версия не получила ночную тему, которая все еще находится в стадии тестирования, однако Google Chrome для Android теперь оснащен расширенной функциональностью, которая упрощает работу со вкладками, ссылками и загруженными из сети материалами. Google Chrome 73 для Android получил измененный индикатор состояния загрузок, а также отдельный раздел для скачанных файлов с превью и возможностью получения всех подробностей. Это нововведение позволяет быстрее находить среди загруженных материалов нужные файлы, а также производить чистку смартфона. Режим Chrome Data Save теперь оптимизирует данные на величину до 90%, что позволяет вдвое быстрее загружать веб-страницы, использующие HTTPS. Также исправлены различные ошибки, произведены оптимизации и повышена общая скорость работы приложения.